Значит, играем мы клубный чемпионат мира. У нас решающая игра со скрой. Летим по партиям 0-2. И в третьей партии мы летим со счетом 12-19. У многих уже в глазах видно, что шансов нет. Но я верил в команду. И я посмотрел на Диму Волкова. И он тоже, как оказалось, верил. Он вышел на подачу. И просто решил этот матч. Мы выиграли 3-2. И как в итоге мы заняли третье место на клубном чемпионате мира. С того момента я сильно Диму Волкова зауважал. Все. Всем привет. И сегодняшний день вы проведете вместе со мной. Погнали. Ты уже 10 сезонов в «Факеле». Расскажи вообще про свою историю, как ты попал в эту команду. Когда я был еще в спортивной школе в Новокуйбышевске, вот, я уже последние 2 года хотел уехать и быстрее. И получается, так как я был еще несовершеннолетний, тогда тренер с моими родителями обсуждал, куда я поеду, и когда я уже окончательно и с родителями договорился, что они меня отпускают, и я уже был готов к переезду, тогда мама с тренером искали варианты, куда поехать, и 2 варианта, которые прям заинтересовали и родители, как бы, и меня, это были «Зенит Уор», тогда молодежная команда, и «Факел» Новый Уренгой. Мама съездила, получается, и в Казань, и в Анапу, где базировался «Факел» тогда. Смотрела условия, разговаривала с начальством команды, там, и она озвучила как бы свое мнение и сказала: «Ну, ты выбирай сам там, куда ты хочешь». Вот, и она сказала, что тебе лучше было бы вот в «Факеле». И так, в принципе, и решили. А твое поколение, 95-96 год, огромное количество игроков, которые уже состоялись и ведущие позиции в своих клубах занимают. Как так случилось? Что произошло в 95-м году, что родилось такое количество звезд? Ну да, действительно, сильный год такой был, потому что по молодежной сборной мы все свои чемпионаты мира выиграли. Вот, очень хорошо играли. Но у нас, правильно сказал, состав игроков был очень сильный. Сейчас все, можно сказать, из той сборной играют в клубах Суперлиги, в национальной уже команде. И, ну, таких на лидирующих ролях. Я не знаю, с чем это связано, но и тренировались мы тоже каждое лето с Сергеем Константиновичем Шляпниковым. Его заслуга тоже в этом есть, потому что он нам не давал, наверное, ни секунды расслабиться, а гонял нас очень сильно. Никого нет. Обычно здесь Док и Егор Губин. Хороший чувак. Это мой ящичек. Здесь у меня кроссовки. Шапочка для плавания есть. Так что стакан для кофе. В общем-то больше ничего. Резина для коленей.
этом году ты стал капитаном «Факела». Как ты воспринял это назначение? Ну, для меня честь быть капитаном такого клуба, в котором, тем более, я играю 10 лет, знаю его изнутри. Для меня большая честь и в то же время ответственность. Постараюсь максимально соответствовать требованиям капитана и помогать команде. Как идет строительство команды? Ну, сейчас уже полным ходом мы тренируемся, кубок сыграли, нам тренер объяснил, где наши ошибки, неровности. И вот сейчас у нас есть время перед началом сезона, чтобы как раз исправить эти моменты, недочеты. И сыграться со связкой, опять же, потому что связка новая у нас, и тоже есть моменты, в которых мы еще не до конца понимаем друг друга, и оставшееся время сейчас посвящаем этому. Что ты можешь сказать о других новичках команды? Ну, у нас действительно много новичков в этом сезоне. Вот. Все пацаны хорошие, атмосфера у нас в команде классная, все вписались в команду очень неплохо, и атмосфера у нас в коллективе замечательная. Вот. Так что все хорошо у нас. Руководство поставило очень высокие задачи на этот сезон. Справится ли «Факел», как ты считаешь? Мы будем делать все возможное, все от нас зависящее в этом сезоне. Мы понимаем то, что все клубы усилились. Вот, много сильных команд сейчас, которые будут бороться за, ну, за чемпионство, за призы в чемпионате России. Вот, нас тоже нельзя сбрасывать со счетов, мы будем биться, будем играть, и надеюсь, все у нас получится. Ну вот, в принципе, парк, в который мы любим ездить, гулять в выходной день с своей девушкой, с собакой. Вот, достаточно красиво, животные тоже обитают. И нам нравится это место. Ну, в принципе, тут для такого маленького города все есть. Как бы и у нас своя база отличная, в которой есть и бассейн, и зал очень хороший, и баня, и тренажерный зал. Как бы все очень на высшем уровне. Плюс сам город достаточно неплохой, находится недалеко от Москвы. То есть, кто хочет, там может в выходной день свободно доехать там за час. И достаточно здесь много неплохих мест, кафе, заведений, где можно перекусить, поесть вкусно. Ну, здесь с этим все. Ты был во многих странах мира. Скажи, какие тебе запомнились больше всего? Так, ну, наверное, запомнились именно то Мексика, где я был с молодежной сборной 2 раза, и 2 раза мы там стали чемпионами мира. А потом Дубай, тоже по молодежке мы ездили. Эти первые ощущения. Эмоции, как попадаешь в эту страну, это, ну, незабываемо. И так. А, ну, наверное, вот Иран в этом году, потому что я был в таких необычных стран. Вот эти 3 запомнились. Что в Иране больше всего поразило? Наверное, болельщики местные, таких я за свою жизнь никогда не встречал, не видел, и это было, ну, действительно так очень мощно. И прям запоминающийся и немножко даже страшновато. А какие виды спорта тебе, кроме волейбола, еще интересуют?
Ну вот пока был в отпуске, я проводил в Краснодарском крае. И там теннисный корт был недалеко от дома у меня. И я, можно сказать, вот за эти 4 месяца практически с нуля, ну, достаточно неплохо начал играть сейчас в теннис большой. Вот. Играл с любителями, которые уже не первый год играют, и достаточно неплохо выглядел, и выигрывал, и проигрывал как бы в борьбе, как бы. Меня зацепил немного этот вид спорта, и мне очень понравился. Вейкборд, расскажи про это дело. Вейкборд тоже, это еще 2 года назад я попробовал, и это тоже очень крутые ощущения, эмоции, когда ты встаешь на доску и по волне катишься на этой доске за лодкой, это тоже очень круто. А вот следить за какими видами спорта тебе интересно? Следить? Ну так, чтобы прям следил, я бы не сказал, что я слежу прям за чем-то, но когда идет там Лига Чемпионов или большие крупные международные турниры по футболу, то я смотрю, волейбол смотрю всегда, а так больше, наверное, ничего. Так, ну что, вот эти 2 пальца у меня сломаны, они плохо не сгибаются. Я их как бы страхую, что, ну, мне неприятно, когда мячом попадают на блоки или... И поэтому я мотаю. А вот этот здесь просто болячкой. А так я обычно не мотаю пальцы. Чао, Вальнаторе. Чао, Дима. Я посмотрел икона. О, мне нравится это. Да? Тренер. Сичук, легенда! Сейчас мы немножко подготовимся и начнем уничтожать с хорватским братом Богдана и Жигало. Что ты думаешь о Дмитрии Волкове? Я думал, что это лучший доигровщик в мире. У меня было топ-5, но, блядь, топ-1. 100%. Вот. Он всегда забивает. Всегда забивает. И правое, и левое. Ну, все равно вообще. Он видит все. Даже будущее, прошлое. Он знает все. Просто. Мы просто. Очень забавный молодой человек, на самом деле, с отличным чувством юмора. Я с немножко своеобразным, конечно, но добавляет позитива в команду однозначно. Настоящий капитан, лучший. Вот он, да, на заднем фоне там. Заводил команды, мотор и самый коммуникабельный человек. Oh, he's crazy. Everyone thinks he's crazy, and it's true, so there's nothing else I can say. I'm just kidding. I love him. Bye! Что хороший парень, замечательный игрок, большой мастер своего дела. Как давно ты его знаешь? Ой, я его знаю, наверное, уже лет 10 еще помню, когда на чемпионате России по юношам он ездил. Играл, по-моему, за команду Нижний Новгород. Это было, наверное, 2008 или 2009 год, примерно так. Веселый парень, очень позитивный, приятно с ним видеться на площадке, очень опыт с него перенимать.
Ну как пельмени серпуховские? Вкусно? Дро пельмень. Это лучшее место. Всем они заплатили тебе, что ли? Ну, я надеюсь, заплатят. Здесь не мешаем. Кроссовки Asics у меня всегда. Самая лучшая фирма волейбольная. Only Asics. Наколенники. Что у меня? Голеностоп. Рукавники. И, в общем-то, все. Все, что нужно для занятий волейболом. Один день с Дмитрием Волковым. Да, потом с тобой матч будет. Соскучился ли ты по национальной сборной? Да, действительно, в этом году у нас был большой отпуск. У меня в жизни, можно сказать, никогда такого не было длительного перерыва, ну, без волейбола. И, ну, это, конечно, было то чувство, как будто что-то отняли у тебя, и ты не можешь это никак получить, даже если хочешь, потому что сами знаете, какая ситуация была в России. И тяжело, конечно, было без волейбола, но я нашел увлечение на этот период, играл в большой теннис и достаточно неплохо провел время. Все знают, какой Дмитрий Волков на площадке, а какой Дмитрий Волков в жизни? Да, поспокойнее, я думаю, немножко, а так... Бываю такой же эмоциональный, там, бываю, от настроения зависит. Чем вы нас почивать будете? Рисочек. Рисочек? С яичком. Ютуб не алло опять? Не алло. Кашалот – это вообще лучшее заведение Серпухова. Всем советы. Кашалот One Love. Видите, вас рекламируем, Кашалот. Ну какой Кашалот? Ну как вам не стыдно? В смысле? Я готовлюсь только вы, мама. Даже так? Вы меня потом пустите в прямой эфир? Игроков кормим только абсолютно экологическим чистыми продуктами. Да, картошка вспоминается, да, картошка. Какая картошка? Вчерашняя, которая была на молоке с яйцами, вкусная? Это неправильно, неправильно он выражается. Ресторан называется Камелот. В нашем кругу это кашалот. Всем пока, дорогие болельщики. Приходите на наши игры в Новом Уренгое. Мы скоро приедем. Ждем вашей поддержки.